Здравствуйте! Сегодня новый день, и с вами снова я, Галина Литвинова. И сегодня я хочу поговорить опять о нашей же программе «Фрактал». Global Interval. Что же это такое? Раньше, когда вы заходили в нашу программу, в нашу команду, в наш бизнес, вам что нужно было? Вы делали предварительную оплату 450 евро и приобретали золото на 7000 евро. Но чтобы приобрести это золото, вам нужно было без конца приглашать, закрывать таблицы. И только когда пригласил 12 человек, вы получали свою выплату. Все. Этого нет. Как бы таблицы, они работают. Кто есть в таблицах, продолжаем. Но сейчас появилась новая программа. Новая программа «Фрактал». И что это значит? Вот сейчас как бы вся информация именно для тех, кто думал, но не решался пойти с нами. Смотрите, те же самые ваши 450 евро. На сегодняшний день это 35 тысяч рублей. Куда их можно потратить за год? Это 3 тысячи в месяц. Вы тратите намного больше, неизвестно куда, на что, и потом думаешь, ой, купил, а это совершенно не надо. 36 тысяч. Программа 450. Сейчас плюс при подарочных акциях вы приобретаете ценных бумаг, вы приобретаете 29 точнее, ценных бумаг. Вы зашли в программу, заплатили 450 через банк, ваши деньги дошли до компании, и вы приобрели пакет ценных бумаг на 450 евро. 29 ценных бумаг. Через 2,5 года ваши ценные бумаги, когда станут акциями, тогда вы уже будете решать, что с ними делать. Но как будут работать ваши эти 29 ценных бумаг? Вот это я и хотела рассказать. Если раньше вы заходили в таблицу, да, и когда без конца приглашаешь, заработал, опустился вниз в таблице, и ты получил выплату. Если ты не работаешь, у тебя не получается приглашать, твои деньги просто заморожены. Они не исчезли, они никуда не делись. Ты в любой момент можешь продолжить свой бизнес. Но факт тот, что они не приносят вам доход. Сейчас же фрактал совсем все по-другому. Вы приобретаете ценные бумаги. И смотрите. Получилось у вас пригласить людей, то есть получилось поделиться своей информацией, пошли с вами люди. Да, вы можете получать дополнительно, прямо сегодня, завтра, когда придут у вас люди. Но если у вас не получается приглашать, как работают ваши 29 ценных бумаг? Ваши 29 ценных бумаг всегда у вас они есть. До конвертации в акции вы получаете 12% в ценных бумагах и 6% бонусов. 18% годовых. На момент активации ценных бумаг в акции у вас получится не 29, а 39 ценных бумаг. Смотрите, если стоимость одной ценной бумаги, как мы думаем, будет 300 евро, то ваши 40 ценных бумаг на 300 евро – это 12 тысяч евро. Это никак не 450. Пускай даже, ну хорошо, 300 это, как вы говорите, много, возьмем 150, возьмем половину. У вас уже это будет не 450 евро, а через 2,5 года это будет 6 тысяч евро. Даже возьмем по минимуму, если одна ценная бумага стоит 75 евро, хотя она сейчас за 5 месяцев выросла в 2 раза. Одна ценная бумага стоит 75 евро, то у вас получается порядка 3800 тысяч евро в ценных бумагах. Потом вы их можете продать, подарить по наследству, можете просто получать дивиденды. То есть ваши 450 евро сегодня могут принести вам отличный доход через 2-2,5 года. Вы уже, знаете, через год бывает, не вспомнишь, куда потратил 36 тысяч евро. Ой, 36 тысяч рублей. А приобретая ценные бумаги, вы делаете вклад в свое будущее. Кто-то хочет учить детей. И кому-то нужны деньги на машину, на покупку, на строительство. И вы знаете, 2,5 года пролетят незаметно. Я в бизнесе уже 4 года. Мне кажется, буквально вчера я начала этот бизнес. И я все больше и больше понимаю, что я в нужном месте. И мне это интересно, мне это захватывает дух. И это действительно мое, то, что мне нравится. Самое главное, хочу поделиться тем, что насколько выросла я в этом бизнесе. Насколько стала я крепче, сильнее, увереннее. Просто вырабатываешь в себе такое качество, как терпение. Бывает сложно, бывает и слезы, бывает обидно. Но тем не менее, пройдя это, ты поднимаешься всегда на ступень выше. Ты всегда становишься лучше, чем ты вчера.
пробуйте, потому что сейчас вот именно фрактал – это совершенно беспроигрышный вариант. То есть если вы раньше могли заморозить как-то деньги, да, что не получается приглашать, сейчас в любом случае ваши деньги будут работать. 18% годовых – это раз. И плюс, получается, сам рост ценных бумаг. У вас не получается приглашать. Не приглашаю я, приглашает мой вышестоящий лидер, приглашают остальные лидеры. У нас 3 миллиона клиентов. И мы все пришли зарабатывать, мы все приглашаем. Рост ценных бумаг будет значительный. Здесь нечего скрывать. И поэтому ваши деньги, которые вы инвестируете сегодня, пока еще есть подарочные ценные бумаги, просто сыграют, построят вам ваше хорошее будущее. Задумайтесь об этом. Сейчас инвестировал 36 тысяч рублей в Сбербанк. Что вы получите через 2,5 года? Вы просто вот посчитайте, проанализируйте. Вы получите 3,5 тысячи евро. Не думаю. Так это по минимуму. А возможно и 6 тысяч евро. А если по максимуму, то 12 тысяч евро. Это 500 000 рублей. Это ваши 35 тысяч сегодня могут сыграть такую интересную штуку. Ну все. Это вот основное, чем я хотела с вами поделиться. Присоединяйтесь в нашу команду, лидеры. На сегодняшний день наша команда сильнейшая. Сильнейшая по России. И мы думаем, что к 2019 году мы будем лучше во всем мире. Присоединяйтесь в самую сильную команду лидеров. Мы ждем вас. За всеми вопросами обращайтесь ниже. Понравилось видео, поставьте лайк. Не понравилось, извините. До новых встреч! С вами была Галина Литвинова. Лидеры, и мы первые.